сегодня либо 8, либо 9 февраля. Мы в Москве на выставке «Велопарк», которая проходит в Сокольниках. Ну и сейчас мы галопом по Европам пройдемся по более интересным стендам, которые у нас здесь есть. Все эти вещи мы видели с вами на Евробайке, но за то время, которое прошло, у Shimano появились проблемы с втулками под их стандарт Microspline, и посмотрим, как они поборются с этим или нет. Следующий стенд от компании «Велостраны» – велосипеды «Аспект». Наверное, самый такой необычный, самый красивый по дизайну стенд, деревянный такой в европейском стиле. Здесь куча велосипедов представлено. Ну и, как нам показалось, «Аспект» хорошо поработали над женской линейкой велосипедов и выпустили две классных женских модели, которые наверняка будут очень популярны в этом сезоне. Самый богатый, самый жирный стенд с великами «Вильера», «Триатлона», разделочников до двух подвесов. Это одна из трех компаний, которая привезла на московскую выставку настоящие двухподвесы. Также здесь есть вилки «Фокс» представлены. То есть, ну, все то, чем торгует веломаркет ЦСКА. В стенде компании «Вильера» представлен очень необычный велотренажер от фирмы TACX, который на экране показывает трассу, реальную гоночную трассу, по которой проводятся соревнования, и при этом тренажер полностью копирует ее рельеф. То есть, если трасса на видео делает подъем, то на тренажере вы тоже ощущаете, что вам тяжелее крутить вверх. Очень крутая штука, прям взрослый настоящий тренажер для шоссейников. Компания Touch Team, наши партнеры, с которыми мы уже довольно давно сотрудничаем. В этом году они привезли широкий ассортимент горных велосипедов. Посмотрим, появятся ли они у нас в магазинах. Пока что над этим думаем, но довольно интересно, ребята развиваются и не ограничиваются самокатами. Наконец-то в Россию снова вернулся бренд Kona. Ребята всеми силами пытаются исправить утверждение про то, что Kona – это ломающиеся вещи. Вот. Ну и посмотрим, что в этом году, какие будут у них продажи. Самые отлетевшие ребята с самыми отлетевшими дизайнами джерси и штанов для даунхилла – это, конечно, Lulus Riders. Ну, всем любителям пивка посвящается. Ну или любителям отлететь в космос. Я бы выбрал такое сочетание: верх от пива, низ от космоса. Ну и вот российская компания Stark тоже сделала свой стенд. Из интересного здесь есть возрождение легендарной рамы Stark Pusher. Она выполнена в очень красивых, просто офигенных двух цветах. Ну и когда-то каждый мечтал получить эту раму или велосипед, собранный на этой раме. Вот, так что Stark молодцы, возрождают легенду. Здесь, на выставке в Сокольниках, проходит традиционный уже конкурс веломехаников, в котором в прошлом году наша компания выступала и выиграла его. К сожалению, в этом году у нас не удалось поучаствовать, но довольно интересно понаблюдать за тем, как ребята с большим азартом начинают соревноваться, и кто быстрее соберет велосипед, ну и довольно много прикольных конкурсов. Так что можно понаблюдать за этим процессом.
тем временем, что у нас происходит на дистанции? А здесь мы уже видим, что завершается установка выноса. Максимальная серьезность на лицах участников, не шуточная борьба, все очень серьезно, настоящее соревнование. Ну и еще одни нешуточные соревнования, которые проводятся в рамках выставки «Велопарк». Это соревнования детишек на велосипедах и беговелах. Максимальная скорость, максимальный накал страстей. Уже пятая квалификация среди малышей, которые катаются на велах. Здесь прямо реально интересно смотреть за реакцией родителей. Они переживают так, как будто бы они сами едут. И дети, они так соревнуются, как будто бы это действительно серьезные взрослые соревнования. Пацаны вырезают друг друга на каждом повороте. Просто падение, да, он вырывается вперед. Посмотрите, как он валит. Так, вытормаживается по короткому радиусу, по внутренней дуге. И вот он, победитель квалификации. Очень круто, бесконечно можно смотреть за этими чуваками. Реально очень забавно. Вот мы у стенда с призами. Тут не только нешуточная страсть, но еще и взрослые призы. За такой приз я бы сам поборолся. Посмотрите, как круто они сделаны. Twitter плюс InnoBikes, такая коллаборация. Из интересного здесь есть фэтбайк, который собран на бамбуковой раме. Про него не так давно была статья на 26. Ну и вот воочию можно убедиться, насколько это технологичная и необычная штука. Здесь специально вытащены дропауты для того, чтобы можно было бы оставить туда другую втулку, они сменные. Ну и самое классное, что все это собрано в России, я считаю, это очень большой шаг. То, что люди настолько сильно заморачиваются с кастомизацией и с производством чего-то необычного в нашей стране. Ну, это прям круто. В двух словах мы постарались рассказать вам о самых интересных вещах, которые мы видели на выставке «Велопарк 2019». Надеюсь, вам было интересно. Про самые интересные стенды, на наш взгляд, мы сняли отдельное видео, они также будут на нашем канале. Так что следите за новостями, они уже скоро появятся. Ну и вы будете все так же следить за нашим каналом, так что лайк, подписка, колокольчик, ну и все дела.